Привет! Сегодня я хочу показать тебе отпариватель Eisenhof LS400, который, как мне кажется, может стать отличным помощником в быту каждого. Давай разберем его по полочкам. Работать с ним одно удовольствие, просто и быстро. Телескопическая стойка выполнена из нержавеющего материала и легко настраивается по высоте до 159 см, так что ты можешь адаптировать ее под свой рост или длину одежды. А еще предусмотрена удобная вешалка, на которую можно повесить все, от рубашек и блуз до платьев и пуховиков. Вещи будут надежно фиксироваться и не будут болтаться благодаря перфорированной вертикальной сетке, которая идеально пропускает пар. И не волнуйся о следах на одежде. Керамическое покрытие утюжка сделано специально для аккуратной работы, даже если потребуется приложить немного силы. А благодаря специальным насадкам ты сможешь ухаживать за деликатными тканями и ворсовыми материалами. Не забывай, что под видео тебя уже ждут полезные ссылки на магазины, где этот отпариватель можно приобрести, и скидочный промокод для выгодной покупки. Проверь это прямо сейчас. Давай теперь поговорим об особенностях отпаривателя Eisenhof LS400. Во-первых, его вместительный резервуар для воды объемом 3,8 литра позволяет работать более часа на одном заполнении. Это значит, что ты можешь отпаривать вещи одну за другой, не тратя время на доливку воды. С рабочим давлением в 5,5 бара этот аппарат гарантирует сильный и стабильный выброс пара, который с легкостью справится даже с самыми плотными и многослойными тканями. А мощность в 2500 ватт обеспечивает быстрый нагрев, так что ты не будешь долго ждать, когда сможешь начать гладить. Если у тебя вещи с блестками, вышивкой, пайетками или стразами, с этим отпаривателем их можно гладить без опаски. Он аккуратно разгладит воротники, манжеты и карманы и справится с мелкими складками у швов, куда утюг просто не дотянется. И еще один приятный бонус – ты сможешь освежить шторы, не снимая их с карниза. И все это без необходимости раскладывать гладильную доску. Встроенный подогреватель пара предотвратит нежелательные капли воды на твоих тканях. И, конечно, при глажке деликатных тканей, как синтетика или шелк, рекомендуется использовать защитную пластину, которая легко устанавливается и обеспечивает еще более нежный уход за твоими любимыми вещами. Ознакомившись с отзывами на отпариватель Eisenhof LS400, я обнаружила несколько важных моментов, которые хочу с тобой обсудить. Для начала поговорим о тех моментах, которые вызвали у пользователей нарекания. Отсутствие крючка для удобства вешания одежды. Иногда утюжок может выплеснуть воду. Уровень шума в процессе работы кажется повышенным. В корпусе после использования может остаться вода. Пластиковые части нагреваются и источают запах при длительной работе. Но, несмотря на эти нюансы, у этого отпаривателя также много достоинств, отмеченных пользователями. Впечатляющая мощность, стильный внешний вид, надежная и крепкая конструкция, быстрый нагрев воды, удобная и высокая ручка, экономичное использование пространства, объемный резервуар для воды, который долго не требует пополнения, длинный шланг, облегчающий использование. Вот такой он Eisenhof LS400, не лишенный мелких недостатков, но обладающий важными качествами, которые ценятся в быту. И вот мы подошли к концу нашего обзора отпаривателя Eisenhof LS400. Если тебе было интересно, подписывайся на канал, активируй колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Твои комментарии и лайки – это то, что помогает каналу расти, так что не стесняйся делиться своим мнением и ставить лайки. Не забывай заглядывать в описание под видео, там тебя уже ждут ссылки на товар с подробными характеристиками и привлекательными ценами, а также эксклюзивный промокод для выгодной покупки. До новых встреч на канале «Современные родители».